Самая посещаемая СМИ Алтайского края. Главное достижение наших коллег из сетевого издания «Толк». За год аудитория сайта составила 15 миллионов человек. Свои итоги подводят в каждой редакции сибирской медиагруппы. А это крупнейший медиахолдинг региона. «Комсомольская правда. Барнаул», газета и сайт «Бийский рабочий», «Бийское телевидение», журнал «Автограф» и не только. В месяц нас читают, смотрят и слушают до 4 миллионов человек. Просмотры на сайтах до 9 миллионов. В 2023 год, на мой взгляд, мы входим как одно из самых влиятельных СМИ Алтайского края. То есть как СМИ, к чьему мнению прислушиваются, на чьи публикации обращают внимание и общественность, и власть. Конечно, мы много пишем про политику, экономику, про чиновников. Это тоже интересно людям. Но, как показывает и посещаемость нашего сайта, статистика, самые популярные материалы собирают жизненные истории простых людей. Порой только благодаря вмешательству СМИ люди отстаивают свои права. Каждый день мы стараемся помочь нашим зрителям и читателям, чтобы кому-то провели воду спустя 30 лет, чтобы близкие, не видевшиеся 40 лет, нашли друг друга, чтобы на аварийном участке появился светофор. А еще мы постоянно учимся и растем. Вот буквально в конце года, в декабре, наши девочки-СММщицы из барнаульской редакции, а также Бийска, были на мастер-классах в Москве. Во время пандемии мы почувствовали, что стали глазами наших зрителей, тех, кому пришлось перейти на удаленку или карантин. Мы освещали проблемы медицины, нехватки лекарств, и, конечно, мы были в красной зоне. В этом году все мы столкнулись с новыми обстоятельствами и также рассказывали об этом нашим зрителям и читателям. Коллеги из «Комсомолки» запустили выездную радиостудию, а нашим общим продуктом стал дискуссионный клуб «Точка зрения». На всех наших ресурсах мы увидели огромный рост посещаемости. Это говорит о том, что доверие вызывают именно СМИ, а в СМИ всегда проверяют услышанное. Это лучшая оценка нашей работы. Значит, то, что мы делаем, по-настоящему важно и нужно. Ирина Корчагина, «День с толком».